Сумочка. Сумочка симпатичная, но здесь дорогое все ставит. Шубки, шубки, ничего хорошего. Я буду останавливаться только там, где что-то интересное. Симпатичная какая детская жилеточка под овечку. Очень мне понравилась вот эта плюшечка, я ее себе куплю. Надо ее померить, посмотреть. 70%. Скидка 70%. Кофточка вышла. Посчитать 114 рублей. Жалко только, что без кармана она. Но все равно очень симпатичная, приятная к телу и совершенно новая. Поэтому я ее решила забрать. Хорошего качества шубы в центре у нас висят. Но цены 25. Хотя это, конечно, тоже дешевле в 2 раза в 3, чем на рынке. Но опять же, мех. Неизвестно, сколько он висел. Он повисел, как будто бы его относили. Он уже не годится. Сумки в этом магазине вообще ничего хорошего. Один раз видела мужской портфель кожаный, такой толстый. Ну, это был всего один раз. А нет того пояска, который я рассчитывала купить в скидках. Он был страшненький. Но он был Versace. К сожалению, его забрали. Видимо, все-таки такие же умные, как я, на фурнитуру. По-моему, эту конюшку забрали, в которой я ехала. Забрали, забрали. Хотя могу предположить, что просто... Ну все, теперь я пойду как раз в тот дорогой магазинчик, подумаю, может быть, я сделаю 2 видео, может быть, 1, подумаю. Плюшечку я себе купила. Немного заблудилась, потому что тут раз на машине приезжала, а тут раз на транспорте. Посмотрю, не спите, вообще никуда не давала. Не буду я детское смотреть. Нет у меня времени. Цены тут все равно не низкие. До сих пор скидку не делают. Шубки хорошие. Но цены здесь до 30 тысяч на мех. Хотя в отличном состоянии, конечно, мех есть. Хотя вот это с кусочков 25 тысяч. Из кусочков я бы даже новую за 25 не стала брать норку. Вещичек много хороших, конечно. Все такое идеально. Новенькая. 3300 сумочка. Классная. Никак ее в кадр не помещу. Внутри 300. Толстая замша. Но она такая безымянная. Просто хорошего качества. Я бы штаны себе посмотрела бархатные. Сумку хочу посмотреть. Но так неудобно одной смотреть здесь. Сумки высоко не дотянешься. Так, чтобы снять. Простите за качество съемки иногда совсем. Сапоги хорошего качества. В идеальном состоянии. Прям обувь такая. Можно когда-нибудь прийти, возможно, и померить, посмотреть цены. Но цены не дешевые. Платочек из старых образцов большого размера. Шерсть натуральная, но так цена 800 рублей. Конечно, раза 3-4 дешевле, чем в магазине. Я, конечно, рассчитывала, приеду, будет скидка. Вообще, ни копейки. Вот, пожалуйста, макасы какие-то 1000. Почти 2000. Штаны спортивные 600, 800, 900. Я смотрела цены. Вот, лодочка симпатичный цвет, яркая. У меня нет времени мерить сумку. Красной сумочки маленькой нет, которую я... Собиралась купить. Новая была с биркой. Жалею, что не купила. 550 рублей. Вот она, та сумочка черненькая, о которой я говорила. Заберу, а то ее прозеваю. 440 рублей. Вот это хорошо. Это вот на весну бы пошло. Классно, не дотянешься их снять. Эта сумочка хороша. Но цена у нее... Сколько же за ума? Может, какая-то она лапка. Я посмотрю, что такая интересная.
это очень интересная штуковина, плохо видно ее фамилию. Классно так нашито, сатинчик, и нашиты эти ленточки, дизайнерская какая-то. И вот такая сумочка, 500 рублей. Если долежит, куплю в следующий раз себе. 720 рублей тоже сумочка. В общем-то, симпатичная тоже.